Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кэтмак, Серега и Скромник. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас Дотран, тысячу лет не было этого режима, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Серега будет нажимать кнопки, делать нам всякие заподлянки, если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Серега, рассказывай за эту карту, ты у нас сегодня рассказчик. Ну, это банк, вы это пришли в банк, чтобы стырить бабки и, ну... потратить их на пиццерию. Короче, смысл в том, что мы должны взять бабки, а ты не должен нам их дать украсть. Да. Так, давайте ребятам покажу, как тут сделано. Вот, Серега вот тут вверху ходит, нажимает кнопки, а для нас это просто потолок. Так, Серега, ну что, ты готов? Я готивка. Все, погнали. Не буду спешить, буду идти потихоньку, потому что знаю, что вот здесь вот эта ловушка, по идее. Раз, два, три. Нет, это не ловушка, а... Да я активировал, эти додики пошли, коробятся вечно. Пацаны, не спешите, надо растягивать удовольствие. Так, все. О, давай, проиграй. Так. Я очень опытный, очень. Так, 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 прошли. Ах ты, блин, я испугался! Что за смех закадровый? Так, пацанов не берет. Беги! О, за вами Габен вышел, ребята. Я советую вам поторопиться. А, это он время нам делает быстрее? Открывай. Да, чтоб вы шли, не стояли. Блин, дверей быстрее, открывайся. Да он медленно идет, не бойтесь. А, я понял. Да, испугал нас, теперь говорит, медленно идет. Ищите теперь в ячейках, это код. А, понял. Ищем, пацаны, код. Ого, это сложно. Это он орет? Это ловушка, тут это ловушки в ящиках могут быть. Ого, здесь нас отравляет. А, потому получается, ГБ, если мы не ГБ успеваем... уже прошел. Пацаны, прощайте, вы попали в ловушку. Их Габен съел. Короче, ломай сзади себя решетку, Димас. Ломай. Ломай. А, туда бомбу положить, текай. Так, он прикольно так поет, надо выключить звук. Так, а чё взрыва нет? Блин, я в кислоту упал. Серега, да ты нажал. Да. Я понял, думаю, ты что такое? Че я умер? Вентиляцию заходите уже, это, сзади тебя, где... Все, я иду, я иду. Так, пацаны, сейчас Серега опять будет нажимать... И так нифига не понятно, что Серега за подлянки делает. Иди ты вперед, Фокси. При этом я знаю эту карту наизусть. А, блин, я застрял. А, можешь, давай, иди. Ай, меня вытолкнуло, блин, в какое-то говно. Это я сделал. Давай, делай всякие заподлюшки мне, давай. Так, подожди, мы опять появились возле этой вентиляции. Ребята, дубль 2. Да, уже не смогу активировать, к сожалению. Скромник, хора летать в кишках моих новых. Чида. Так, давай, Фокси, не ссы. Воу, прикольно. А-а-а! Ток! А как здесь выжить? Мне ничего, не прыгать или... А, я понял. Не, это я активировал, это я активировал. А, это ловушка, когда я падаю в воду с электричеством. Так, в эту воду мы упали, продолжаем дальше. Серега в этот раз очень сильно разошелся, решил вообще нам не давать пройти эту новую карту. Ого, это я чуть не попался на него. Да. Как-то я вообще-то дурачка просто взял. Дима, сзади, торопись быстрее, Габен идет вон. Это он? Да. Ну нафиг, Габен, отвали. Это он сможет... А! Я, в принципе, мог бы успеть телепортироваться. Ой, перепрыгнуть. А! Блин, Габриен! Блин, прикольная карта. Габен непривычно, что здесь есть. Но он, кстати, очень медленно идет. Выбирай мини-игру любую. А пусть будет... Так, мы застряли друг в друге. Все, встал. А что делать? Вставай это на... А, я живой. Видишь, пластины пропадают? Да. А. Так. А пластины рандомно пропадают? Да. Блин, надеюсь, вот это не пропадет. Прикольная мини-игра. Отлично. Скромник умер. Так, Серега, ты живой еще? Да. Так. А, о, черт, это еще труднее. Я живой.
Нет! Я умер. Я буду еще жить. Да ты победил уже. Так, ну что, теперь я буду им делать всякие пакости. Буду нажимать кнопки. И уже первый... Ай, блин, я все-таки думал, это стена. Это я должен нажимать. Так, пацаны, пролетайте. Западло я вам там сделал. Так, я не знаю, что здесь. Димас не успел. Понял, понял. Так, Серега идет. Приближается. Нет, я не подойду дальше. Давай, нет, ты сможешь. Нет. Я в тебя верю. Как и ты меня убил, теперь я буду идти. Так, пробегаем дальше здесь. Так, Серега проходит, нашел ключ, вводит пароль. 62-49. Откуда ты знаешь? 62-49. А ты 46 нажал. Давай, мочи его. Ты умер? Да. Води ты, кто там в клетке? Води, 62-49. 62-49. Давай, я в тебя верю, ты сможешь. Во. Красава. Это в начале, когда дверь ломаешь, там в банке это оказывается, цифры показаны. Все, я понял. Проходи. Ух ты, тут золото. А, я, получается, задал сторону, в какую ты пойдешь. Ах ты говно, блин, угадал. Так, я на лифте спускаюсь. О, уже выдвинулся он к вам. Давай, где ты, Серега? Я? Да. Иду со скромником. Давай. Иди быстрее, застраивайся, там Габен идет. А вы провод электрический прошли? Нет, вентиляцию еще не прошли. На, убил хоть кого-то. А че бы и нет. Давай, давай, убей скромника. Проходи, проходи. Серега идет у нас сегодня, как всегда. Сегодня, как всегда, Папайрус. Любит очень. Персонажа очень этого любит. Я не пойду туда. А тут кнопки нету, я не знаю. А, вспомнил, вот так надо. А чё тебя не убило током? Тут же нет кнопки. Не ту нажал. Да как это не ту? Тут одна кнопка. Значит, ты уже где. Давай. Да блин, ты как... Да блин, да. Хоть кого-то убил, блин. Давай здесь, мужик. Я в тебя верю, ты сможешь. Давай, налево. Направо. Давай, давай, иди. Не ссы, не ссы. Блин, я думал, со стой... Да я думал, она с другой стороны выйдет. Давай, иди. Ах ты обнулил карту. Ах ты засранец. Так веселее. Димас читер. Да не, я хотел тебя убить разочек. Давай, я жду тебя. А чё кнопка сейчас пропала, 17? Давай, иди сюда в офис, я тебя жду. Да все уже это, мы прошли, сейчас это мини-игра будет. Да, я думал, еще тут надо нажать. Здесь надо все понажимать. Ты уже все. Луч смерти. А, так. Давайте, мочите меня. О, опять эта игра? Скромник, ко мне лети. Не ссыте, пацаны, я выиграю. Игра смерти. Есть, ушел. Такой отчет стрёмный. Особенно, когда... Это карта для Team Fortress вообще делалась. Серега, ну что, давай, делаем ставки, ребята. Пишите в комментариях, кто из нас выиграет, я или Серега. 50 на 50, пока что. Да. Скромник, не стой рядом со мной. Да, умный человек бы так не сделал. Так, Серега, мы с тобой еще тащим. Ты запомнил, да, они всегда одинаково? Они по-разному. Скромник, ты уже не участвуешь, пошел он. Не, он участвует, чё? Нет, он умер уже. Среди проигравших участвует. Серега, ты еще живой. Да и ты живой, я вижу. Ну и что? Блин, мы вместе с тобой проиграли. Знаешь, как это, Серега, называется? Ничья. Не, победила, знаешь что? Дружба. Дружба. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!